Все о поступлении в Московский городской педагогический университет и правилах приема 2024 года расскажет кандидат социологических наук, ответственный секретарь приемной комиссии МГПУ Евгений Татаринцев. Встречаем. Я просто расскажу именно то, что я вижу в приемной комиссии каждый год. То, на что нужно обращать внимание, естественно, конечно, я лукавлю, какие-то вкрапления все-таки про правила приема будут, но нужно так вот держим себе в голове, что они могут поменяться. Это вот то, что сейчас вот на данный момент времени зафиксировано, какие-то вещи. И если касается вот каких-то частных вопросов, попробую ответить, но есть там вот сотрудники приемной комиссии и тому подобное. Я еще раз про то, чтобы вы пришли сюда не просто так, а вот с какой-то такой надеждой, что вы все-таки поступите. Я тоже надеюсь, что вы поступите. Не обязательно к нам, ради Бога. Господи, что... И первое, с чего нужно начать, это вот с этого. Вещь, которая, с которой вы сталкиваетесь, и, мне кажется, не всегда все до конца понимают, что значит определиться с вузом и с направлением подготовки. Потому что именно есть иллюзия. Иллюзия такая, что вот у всех все одинаково. Не-а. Вот нет. Вот ни разу нет. У меня в приемке висит картина, репродукция картины Васи Ложкина «Мы не они». Вот как бы это к тому, что все вузы разные. От того, какое вы направление подготовки выберете и какой вуз, будут зависеть то, что от вас будет требоваться. Есть иллюзия номер два. Она частично права, такая 50 на 50, что абитуриент выбирает вуз. Нет. Для того, чтобы выбрать вуз, нужно обладать ресурсами. Нужно пройти определенный отбор. Определяемся с направлением подготовки и вузами. Почему? Потому что, во-первых, про направление подготовки – это сразу тот перечень экзаменов ЕГЭ, которые вы сдаете. Очень часто бывает такая ситуация, сейчас вот уже начинается время ЧА, да? Кто в этом году поступает, собирается? Большинство, отлично. Да? Вот, скорее всего, в большинстве случаев вы уже определились с перечнем ЕГЭ, но имейте в виду, что между вузами одна и та же специальность может отличаться перечнем ЕГЭ. Например, вот у нас это на юриспруденцию это только три: обществознание, русская история. Да? Финансовый университет при правительстве РФ добавляет еще на выбор иностранную информатику или, соответственно, вот информатика и коммуникационные технологии КТ. Да? То есть вы можете с одной и той же программой в разные вузы попасть или не попасть просто потому, что у вас нет ЕГЭ. Вообще, в принципе, есть такой совет. Если есть такая возможность, не сдавайте 3 ЕГЭ. Математика базовая, ЕГЭ не считается, сразу говорю. Очень часто задают этот вопрос. Математика базовая – это не ЕГЭ. Это вообще это... Умею пользоваться калькулятором. Вот. Со словарем. Вот. Поэтому здесь нужно обращать, если есть возможность, 4 ЕГЭ, они покрывают практически в большинстве вузов чуть ли не 70% всех направлений подготовки. Вот сюда, вот, например, добавим там, например, тот же самый иностранный язык. О, весен я с ваш полностью. Да? Второй момент. Да, это могут быть разные, соответственно, минимальные баллы. Что такое минимальный балл, знаете? Что такое минимальный балл? Ну, в общем, да. Это минимальный балл, который у вас должен быть для того, чтобы подать документы для участия в конкурсе. Да? И эти баллы, они могут отличаться. Они могут отличаться внутри одного вуза. Вот, например, у нас есть педобразование европейские языки, есть реклама связи с общественностью, медиа и рекламная коммуникация в сфере спорта. Перечень ЕГЭ один и тот же, но минимальные баллы ЕГЭ разные. Да, вот, например, иностранные на европейские языки 60, да, там 55 на этот. Это минимальный балл. Вторая часть. Так.
Это, соответственно, между вузами на одну и ту же программу. Вот, например, наш психология и МГППУ психология. Минимальные баллы, видите, тоже отличаются. На это нужно обращать внимание, потому что, еще раз повторяю, вот в конце я так резюмирую, определиться лучше заранее, куда хотите и в каком вузе. От этого очень сильно зависит, чтобы потом им прийти и сказать, вот я целый год учил базовую математику, да, там, хочу поступать на учителя математики. А почему вы не берете, зачем вам профильная математика для учителя математики? Вот вы смеетесь, а реально такие вопросы в приемной комиссии я слышу. Зачем учителю математики знать математику? Я же на учителя иду, я же не на программиста иду. Да, там, ну, не знаю зачем. На всякий случай. Хорошо, отлично. А вдруг калькулятор сломается? Да? Такое тоже бывает. Всякое бывает. Значит, следующий момент. Все почему-то боятся ЕГЭ. Начинают спрашивать, а можно я сдам экзамен внутри вуза? Смотря к чему и как вы относитесь. Да? Вот внутри вуза, это, кстати, во всех вузах, ну, практически во всех вузах единый формат, за исключением последней вот этой вот строчки. Значит, есть ограниченный перечень людей, которые могут вместо ЕГЭ сдавать внутренние вступительные испытания. Это инвалиды, это иностранные граждане, это, соответственно, кто получает второе высшее образование, идет на бакалавриат, а те, кто идут по отдельной квоте, но только в рамках отдельной квоты, в общем, конкурсы они уже не пойдут. И после колледжа на некоторые программы у нас можно сдавать. После колледжа кто-нибудь есть? Сдавайте ЕГЭ, пока не поздно. Только на некоторые программы. Все остальное по ЕГЭ. Ну, как бы единый формат. ЕГЭ проще еще, знаете, в каком плане? Вам не надо будет каждый раз сдавать экзамены в разных вузах. По поводу колледжей. Вот группа лиц. Значит, что у нас в этом году появилось нового? То, что, ну, во-первых, есть у нас программы, куда только по ЕГЭ. Весь институт иностранных языков весь по ЕГЭ идет. А, во-вторых, есть предметы, которые, в принципе, только ЕГЭ. Если есть в перечне предметы иностранная информатика, литература, география, физика, химия, это только по ЕГЭ. Другому вы не сможете сдать. И с этого года по ЕГЭ вы идете на другое направление подготовки. То есть вы закончили, например, педобразование и хотите идти на психологию. Мы говорим, не, ЕГЭ. Вы можете поступать, пожалуйста, мы же не запрещаем вам ЕГЭ сдавать. ЕГЭ – это не предательство, это благо. Или вот как в примере, например, после права организации соцобеспечения вы идете на юриспруденцию. Ради бога, по внутренним вступительным, пожалуйста. Но не на очку. На очку нельзя. Значит, разные вузы, имейте в виду, есть такая штука, как, соответственно, индивидуальные достижения. Слышали про такое, да? Их очень много, все учитывают разные индивидуальные достижения и по-разному. Вот, например, да, у нас есть, буклетики все получили? Кстати, если кто не зарегистрировался, там не успел, у нас есть заначка, можно там все такое. И помимо тех визиточек с пожеланиями студентов, вы можете еще зарегистрироваться дополнительно, кто не успел. И там, значит, вам выдавали такую листовочку «Олимпиада учитель школы будущего». Да? Это олимпиада, которую делает наш университет, и она по нескольким профилям, дает дополнительные баллы. А олимпиада по иностранным языкам еще и дает право поступления без вступительных испытаний. Победа призерства. Да? Эта олимпиада у нас... Мы приравняли, и есть она в перечне, например, которая дает особые права, то есть 100 баллов либо без вступительных испытаний. Например, Высшая школа экономики дает просто дополнительные баллы. Да? Там, я не знаю, какую-нибудь олимпиаду по астрономии кто-то, например, может давать без вступительных испытаний, у нас она только дополнительный балл. То есть здесь вы нужно обращать внимание. Да? Разные вузы, разные подходы.
особенности учета индивидуальных достижений. Кто-то суммирует, кто-то не суммирует. Мы, например, индивидуальные достижения не суммируем. У нас идет учет по наибольшему. То есть, например, вы приносите там, я не знаю, аттестат с отличием, который дает сразу 10 баллов максимально. Максимально, в принципе, 10 баллов можно давать. И там волонтерство, ГТО, еще что-то такое. Больше 10 все равно не дают, мы сразу даем 10. Но у нас есть один момент. Мы учитываем индивидуальные достижения, они будут идти дополнительными баллами, если у вас средний балл ЕГЭ от 75. Не переживайте. Все говорят 75, много и тому подобное. У нас средний балл зачисленных на бюджет, поскольку 85, это не значит, что если у вас там, я не знаю, 80 средний балл ЕГЭ, вы даже можете не подавать к нам документы. Подавайте. Бывает всякое. Я вам говорю, вот серьезно, с учетом того, что подача идет через электронные сервисы и все в разные вузы, неизвестно, кто куда будет зачислен. Да? Поэтому всегда есть шанс, никогда не забуду вот эту вот ситуацию, когда несколько лет назад пришел один молодой человек, у него был суммарный балл 147. Но минимальный балл там были набраны, прямо вот по нижней. И он такой спокойный, говорит, я буду поступать только к вам, я не хочу себе трепать нервы, я понимаю, что я на бюджет не прохожу, я просто вот отдам вам документы, дождусь, когда вы зачислите бюджетников, и потом, значит, приду, заключу договор, поеду отдохну пока. Да. Хорошее, мудрое решение, кстати, не сидеть вот это, до последнего, там, как будто что-то от этого поменяется, я не знаю. Нет, ну я верю в силу коллективного сознания, это все хорошо. Может быть, вы сдвинете там рейтинг куда-то. Вот. Я такими технологиями ментальными не владею, но тем не менее. И, значит, он сидит, и я понимаю, остается 2 часа до завершения приема оригиналов, он проходит на бюджет. Нет, в результате как бы сказки не случилось, он не прошел, но просто сам факт. Да? То есть... Бог его знает, кто там, что случится и прочее, и прочее. Соответственно, за одно и то же индивидуальное достижение могут давать разные баллы. Вот, например, аттестат с отличием. У нас 10, да, там вот, например, УДН 10, МПГУ дает 5 баллов. Да. Вес этого, соответственно, индивидуального достижения каждый вуз будет устанавливать тоже самостоятельно. Почему? Потому что я так хочу. Условно говоря, у нас логика какая? Аттестат с отличием – это все-таки показатели в какой-то степени того, что вы в школе что-то делали. Значит, следующий момент. Нужно помнить, что всегда есть конкурс. Но конкурсы все разные. Есть несколько оснований, и вы можете, если у вас есть соответствующие права, вы можете во всех них участвовать. Что такое конкурс? Конкурс – это отдельные места, которые выделяются и зачисляются, вы идете отдельно и, соответственно, конкурируете только с теми людьми, которые подали именно на этих условиях. Да? Есть, понятное дело, самый большой, основной – это общий конкурс, общие места. Но есть еще такие вещи, как особая квота. Значит, вот здесь, вот, кстати, сразу хочу обратить ваше внимание. Есть терминологическая путаница. Путают особую квоту и отдельную квоту. Это разные вещи, и причем путают их с точности до наоборот. Особая квота, все думают, что особая квота, ну не все, но встречался с такими, что особая квота – это все, что связано с участниками или детьми участников специальной военной операции. Нет. Это отдельная квота. А вот особая квота – это как раз инвалиды, сироты, ветераны боевых действий. Суть и то, что это отдельный конкурс, просто основания справки, которую вы прикладываете, они дают или не дают права. Почему, собственно, бывает такая ситуация, вы подаете документы, там у нас около 80%, все подают в дистанционном формате, и там оператор приемной комиссии там отказ. Вот, такие, да почему? Ну, потому что не так это называется. Да? Есть целевая квота, есть особый класс людей, которые идут вне конкурса. Это как раз победители, призеры. Вот этим людям повезло больше всех, честно.
Ну, как повезло? Повезло в плане того, что если вы являетесь победителями, призерами Олимпиад, вы гарантированно поступили, вам только нужно определиться, куда. Потому что начинается вот эта вот вторая часть. Типа, если я везде хочу поступить, а я и сюда хочу. И никуда не поступаю в результате всего. Ой, все. Нужно просто определиться и жить спокойно. Значит, они же, некоторые из этих конкурсов считаются, так условно принято их называть, как льготы при поступлении. Это вот то, что я сказал, без вступительных испытаний, поступление по отдельному конкурсу. Это может быть особая квота, это может быть специальная квота. Да? Это может быть целевая квота. С целевыми все очень плохо. Есть вот у людей сейчас, вот прям сразу предваряя вопросы, идеи пойти по целевой квоте? Есть, да? Ждем. Вот просто ждем от слова совершенно, потому что с весны вступает новый порядок поступления по целевой квоте, что это будет через портал работы в России, предварительно заявки, конкурс у вас сначала с работодателями, потом работодатель подтверждение присылает. То есть вот это вот все ситуация. Как это будет работать, я вам сейчас не скажу, не знаю. То есть общими чертами это будет вот так. Если раньше вы по целевой квоте заключали там договор с организацией, приносили его нам, и если у нас целевая квота установлена, мы говорим, идите. А сейчас нет, сейчас все интересно будет. Как? Ждем весны. Я почему говорю, что вот все, что я сказал, может быть не совсем правильным. Ну и преимущественный прах. Преимущественный прах очень много. За всю свою жизнь ни разу не видел, чтобы хоть кто-нибудь им воспользовался. Потому что они работают при прочих равных условиях. Вероятность того, что наступят эти самые прочие равные условия, я на практике не видел ни разу. Может и будут. Поэтому я их не трогаю, никак не расшифровываю. Ну, на всякий случай можно держать в голове. Значит, Олимпиады. Есть это самая классная вещь, как я говорю, победили, молодцы, уже все поступили. Значит, но есть две вещи. Есть Олимпиада, Всероссийская Олимпиада школьников и перечневая. Между ними есть отличия. Несмотря на то, что они дают особые права, но между ними есть отличие. Отличие заключается в том, что да, они все действуют с 4 года. Они дают право без вступительных или 100 баллов, если вуз установит. И вот здесь вот, собственно, начинается крыться вариация. Во-первых, вариации между олимпиадами. Кто знает, чем отличается Всероссийская олимпиада школьников от министерских при поступлении? Ну, помимо того, что в СЕРОС выше, в СЕРОС не надо ничем подтверждать. Вот Всероссийская олимпиада школьников, вот вы ее выиграли, все, замечательно, молодцы. А вот министерская, она должна быть подтверждена не меньше, чем 75 баллами по ЕГЭ, по тому предмету, который вы выиграли. Вот. При этом у разных вузов есть вот эта вот гадость, да, вот на экране, что срок действия, да, 4 года, но вуз может установить с какого класса, да, поэтому, ну вот, например, мы по максимуму берем с 8 класса выигрывают. Если вы, кстати, в загашниках у себя пороетесь и где-нибудь найдете, что оказывается в 8 классе вы выиграли олимпиаду, вы можете поступать без вступительных испытаний. Ну, 75 баллов по ЕГЭ, и все нормально. А если это все рост, то в принципе нормально. Значит, с какого уровня учитывать? Есть уровни олимпиады, есть кто-то призером и победителем, как мы, например. Есть кто-то, кто победителем, есть только первый уровень и тому подобное. Какая именно олимпиада учитывается, какая не учитывается, да, там имеет вуз право сказать, что нет, я не считаю эту олимпиаду, не хочу ее учитывать и тому подобное. И перечень предметов соответствия. Да, я установлю, то есть, например, как я уже сказал, олимпиады по астрономии мы не учитываем. У нас нет астрономии просто как бы. Да. У нас есть специальная поддержка талантливой молодежи. Тут про молодежь говорили. У нас выплачивается олимпийская стипендия всем, кто поступил по итогам олимпиад, в 20 тысяч рублей ежемесячно. И также высокобальники от 92 баллов ЕГЭ и выше 10 тысяч рублей. Это дополнительно к академической стипендии, которую вы будете получать.
Все особые права подтверждаются документально. На что я здесь хочу обратить внимание? Вы, когда берете какие-то справки, обращайте внимание, что у них может быть срок годности. Потому что там, я нашел справку о том, что эта справка была выдана 5 лет назад. Не, ну это уже все. По умолчанию, если не срок годности, так сказать, не написано, обычно это считается срок действия в течение года, мы берем. Да? Причем это действительно должны быть документальные справки, подтверждающие это особое право. Не какие-нибудь там выписки, да, откуда-то непонятно. Это прям вот справка официальная. Значит, перечень документов даже останавливаться не буду, он стандартный. В основном это документы, подтверждающие личность. Это, соответственно, естественный документ об образовании. И на педагогические направления у нас требуется документ о прохождении медосмотра. Эти документы везде, всюду есть, они одинаковые, они едины для всех вузов, и ничего такого в них нет. Значит, прием у нас начинается 20 июня, еще время есть, но уже потихоньку надо, да, там, приходить в тонус. То есть это к тому, что сейчас мы не принимаем. А как подавать? Как хотите. Ну, как хотите, в рамках разумного. Значит, есть онлайн, есть лично, есть Почта России, там курьерская служба и тому подобное. Здесь что я здесь хочу, на что обратить внимание? Есть любимая моя вещь. Когда пытаются за ребенка подать родители. Ну, не возьму я документы за ребенка, вот серьезно. Нет, вот подает сам поступающий. Тем более, с учетом того, что можно это сделать онлайн, я вообще не вижу смысла вот в этом, вот от слова совсем. Да? Значит, как я это всегда объясняю? Представьте себе, что это не то, что это в какой-то степени действительно, наверное, так, но это чисто субъективно. Представьте себе, что вы возьмете документы своего ребенка и подадите за него заявление в ЗАГС. А что? Что такого-то? В ЗАГС он пойдет и разведется, а здесь 4 года мучится. Да, там не в ту дверь засунули его, да? И все. Поэтому, если есть какая-то прям вот фантастическая необходимость, бывают такие случаи, я понимаю, я с этим сталкиваюсь, я не один год работал, целых полтора. Вот. Бывают такие случаи, когда вот больше всех переживают именно родители. Во-первых, здесь есть один интересный косяк. Косяк какой? Дети лучше знакомы с информационными технологиями. Они с этим выросли, они с этим живут. Это часть первая. Часть вторая. Да, бывает такая ситуация, что родители больше всего волнуются, кем ребенок будет, и хочется вот какой-то там гиперопеки, да, вот это там. А если серьезно, если вдруг какая-то возникает необходимость, есть такая фишка, называется генеральная доверенность. Оформили генеральную доверенность, катайтесь, развозите эти документы. Там был недавно случай, ругался один папа, что почему я, отец, должен оформлять доверенность, а курьеру не надо. Ну, есть формальный ответ. Ответ заключается в том, что это требование законодательства, да? А фактически курьер лицо не заинтересованное, то есть как бы ему отдали, он привез, ну, чисто теоретически. А родители вот действительно, типа, я видел эти ситуации, когда приходила девочка, давно это, правда, было, радостная до безумия, она проходила на бюджет, такая довольная, я хочу у вас учиться, пришел папа с мамой, сказали, значит так, в этой шараге ты учиться не будешь. Забираешь документы. Слез было, ревело там, до истерики доходило, там, попоили чаем, успокоили, сказали, давайте так вы спокойно обдумаете на семейном совете, там уже решите. Да? На следующий день пришел папа по доверенности, забрал документы. Вот. Мы не берем документы от родителей и не отдаем их родителям. Именно по этой причине, что есть всегда такая вероятность. С одной стороны, приемка это, конечно, беззаконие, а с другой стороны, в суды-то мы ходим.
ни один суд не скажет, что мы имели право брать документы и отдавать документы, потому что это личные заявления. Ну, как бы за чужого человека что-то вы решили, а ему это не понравилось. Да, там. Поэтому, тем более, еще раз говорю, когда есть онлайн-подача, вообще сидите просто там, интернет только проплатили, все нормально, да, и смотрите, что там происходит в этом загробном мире. Значит, количество направлений до 5 максимум. Мы устанавливаем максимум 5 направлений. Что такое направление, знаете? Да. Что? Направление, как определить направление? Направление, вот если у вас перед собой программка есть, да, там структура приема, это шифр. Вот, например, педагогическое образование, математика, там, условно говоря, педагогическое образование, европейские языки, это все равно одно направление, потому что педагогическое образование. Да? Вот педагогическое образование с двумя профилями, это уже два направления. Программ может быть куча. Чисто теоретически вы можете выбрать все, если у вас там ЕГЭ позволяет и тому подобное. Но есть косяк. С прошлого года начался этот косяк. И вот это то, что я видел в прошлом году. Вот на это обращайте внимание. Это так называемые приоритеты. Вы подаете заявление, в котором указываете программы, куда вы хотите, и поставите там приоритет. То есть проранжируете куда? В первую очередь, во вторую, в третью, в четвертую и так далее. Вещь очень серьезная. От нее зависят две вещи. Первое. Попадете вы на бюджет или не попадете, и куда вы на бюджет попадете. Потому что были случаи, в этом году их было очень много, когда человек по первому приоритету не проходил, проходил на бюджет там, по пятому, например, приоритету, потом отчислялся с бюджета, шел на внебюджет, но на ту программу, на которую он хотел. Да, может быть, имеет смысл заранее это посмотреть, что если вы на это там, рассчитываете, то пожалуйста. Если нет, ну, то как бы имейте в виду. И обращайте внимание, куда галочки ставите. Потому что у нас было пару случаев, когда организация-то одна вместе с филиалом, когда несколько человек зачислились у нас в Самару. Такие довольные, радостные. Потом такой, Самару. В смысле в Самару? У вас там стоит заявление и приоритет стоит. Самара. Что я могу сделать? Да? Поэтому и здесь есть интересный момент, заключается в том, что вы можете, конечно, все 100 программ там выбрать. Но я вам отвечаю, в пределах 10 вы более-менее можете проранжировать. В пределах 100 тоже проранжируйте. Но после 20 это будет вот так вот. Вот пусть будет так все. Вот. Все бы ничего, но зачислять это будет реально. Да, это вот реальные последствия. Поэтому нужно посмотреть. И приоритет, как я обычно советую, что чем меньше вероятность поступить, тем выше приоритет. Ставьте вот и все. Потому что это дополнительный балл. Да, такое преимущество. Хотя, если вы хотите на одну программу, это самые счастливые люди. Значит, фишка заключается в том, что до рейтинговых списков изменения вы можете делать после рейтинговых, до дня подачи завершения документов, потом уже все, вы только наблюдаете. Вы только наблюдаете, и если года два назад была такая картина, когда вы давали оригинал на конкретную программу, в этом с прошлого года вы даете оригинал сразу на все. Да, и вот как дальше, вот это вот как уже лотерея, куда, где этот шарик у вас с оригиналом остановится. Значит, 25 июля – это финиш. До 25 июля вы спокойно можете подавать документы там, в несколько вузов, забирать, убирать, принимать и тому подобное. Да. 25 июля – это все дело у нас все завершается. И значит, минимальные баллы у нас от 45 до 60 – это как раз смотрим, куда вы можете подать, почему бывают такие ситуации, вот как я с европейскими языками пример привел, что почему на рекламу взяли, а на европейские языки не взяли. Ну, потому что там, там, например, 57 баллов по ЕГЭ по иностранному языку. Да? Завершение приема документов. Когда мы заканчиваем принимать документы и
они немножко отличаются для тех, кто сдает еще экзамены. Экзамены могут сдавать не только общеобразовательные. У нас, если вы обратили внимание, есть направления подготовки, связанные с творчеством и физкультурой. Есть люди, которые собираются творить и физкультурить. Вот. Значит, у вас, соответственно, помимо ЕГЭ будут внутренние вступительные испытания. Вы заканчиваете, у вас прием заканчивается на эти программы раньше. Почему? Потому что там должно быть, дальше идут экзамены, да, обращайте на это внимание. Рейтинг 27 июля. Вот 20, до 27 июля подали, с 27 начинаем просто смотреть, что там происходит. Какие вы в списке? Если вы 354 в списке, это не значит, что вы не поступили. Я не буду сейчас вас грузить, у нас обычно начинается как раз после Нового года целый цикл различных встреч, передач, онлайн-форматов, где поэтапно мы идем, потому что сейчас рассказать вам про все. Во-первых, как я уже сказал, может что-то поменяться. Во-вторых, ну, ничего вас насиловать, вы и так уже здесь утомленные мною. Соответственно, на бюджет, если вы прошли по конкурсу и представили оригинал, оригинал можно подавать как физически, так и если подаете через госуслуги, просто отметочку, галочку поставили, тогда вас зачислят. Если оригинал вы не предоставили, вас не зачислят. Были такие ситуации, что «А почему меня не зачислили?» «Ну, оригинал не предоставили». «Ну, я же проходил». «Ну, да, но оригинал не предоставили». «Ну, так я хотел, чтобы сначала зачислили, а я потом подумал и решил». «Нет». Приемная комиссия говорит «нет». Все. А оригиналы нужно тоже не до бесконечности, а до определенного момента. Да? Это даты, которые тоже единый формат для всех вузов. Соответственно, есть приоритетное зачисление, это как раз вне конкурса по квотам. Там чуть раньше зачисляется, до 29 июля. Время прописано не случайно, потому что это вот, приемка любит четкость в этом отношении, потому что если 12.01 кто-то придет, уже нет. Соответственно, зачисление идет в соответствии с приоритетом. Еще раз обращаю ваше на это внимание. Да? Если вы поставили приоритетом номер один самарский филиал, он у нас очень хороший, нормально, замечательно. Вам только ездить туда придется, если вы из Москвы. Да? Полностью дистанционных программ нету на бакалавриате. Поэтому приехать... Нет, чудный город, хорошо, посмотрите. Если хотите, то да. Значит, и такие сводные советы. Значит, на что вот, итог обращу внимание. Значит, первое. С чего мы начинаем? Мы, вот вы сейчас ходите, смотрите, гуляете, да? Определитесь с той программой, куда вы поступаете, и теми вузами вы можете подавать в 5 организаций. Вот 5 вузов отберите для себя, да? Для того, чтобы потом перейти к пункту второму, изучить правила приема. Условия, за что даются баллы, посмотреть вообще этот вуз, там, контакты приемной комиссии, обратить внимание, у них приемная комиссия, там, например, там же, где и учатся, или бывают такие случаи, я сталкивался с такой штукой, когда приходили, говорят, вы представляете, мы приходим, там приемная комиссия, такое классное здание, центр города и тому подобное, а учиться в Подмосковье. Ну, самое главное, да, не стесняемся, спрашиваем. Как у меня студенты всегда говорят, а можно глупый вопрос? Я говорю, глупый вопрос бывает только один, который вы не задали. Потому что если вы не задали этот вопрос, но вы хотели задать, вы никогда на него не получите ответа. Поступление – это ваша ответственность. Вы должны проявлять активность и будьте на связи всегда. Бывали случаи, когда хочется что-то сказать, а мы не даем своих данных, не даем телефонов и дозвониться нельзя. Или, значит, у нас ежегодно 70 тысяч заявлений поступает в приемную комиссию по всем уровням образования. Каждому звонить нереально, сами понимаете, да, поэтому еще раз возвращаюсь, не спросим, не узнаем.